Но жители села Узумбулак Павлодарской области тоже возмущены пустой критикой. Для того, чтобы она дошла до глубинки, потребуется, видимо, несколько лет. Сельчане ждали дорогу больше 30 лет, но то, что сделали подрядчики, рассыпалось буквально за год. Говорят, до весны не останется и следа от нового асфальта. Это мечта нашего население было около 30 лет. Когда вот асфальт начали стелить, уже тогда было претензии с населением. Потому что уже начался там рушиться, образовалась там уже ямы, начали образоваться. Уже тогда было с населением недовольство было. И вот как закончили, начали вот проверку делать, выявились вот эти нарушения. Отремонтировать подрядчики должны были всего 11 километров. Специалисты Павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов проводили контроль качества этой дороги. На объект выезжали 7 раз. После проверки были выявлены грубые дефекты и замечания. Обнаружена сетка трещин, разрушение асфальта. Подрядчик теперь должен исправить все замечания и недочеты. Даже если данные работы будут переделаны весной, то есть это уже идет нарушение сроков строительства, проведения среднего ремонта, поэтому дальнейшее принятие решения по данным вопросам относится к компетенции заказчика, то есть местных исполнительных органов.